Пешеходную зону превратили в проезжую часть. С такой жалобой обратились в редакцию программы «Челны-24» жители дома 6-20 поселка ГЭС. По их словам, 2 года назад пешеходную дорогу, ведущую к дому, сделали автомобильной. И теперь мимо жителей ежедневно проносятся машины, лишая возможности спокойно передвигаться по собственному двору. Мы отправились на место разобраться в проблеме. Вот здесь была решетка, и там решетка. Это школьный двор. Здесь проезжей части ни в коем случае не должно быть. Но, тем не менее, решением администрации Комсомольского района ограждение было решено снести, причем еще 2 года назад. И за эти пару лет прогулочная зона, по словам местных жителей, превратилась в настоящую автотрассу. Нас это, конечно, не устраивает. И вот видите, дети гуляют, а тут ездят. Сейчас у нас вот эта дорога, ночью посмотришь, одни машины на ней стоят. Здесь была пешеходная, с той стороны были ворота, и с этой стороны ворота были. Даже директор замок вешал, чтобы ни машины не прошли, а в калитку люди ходили. Однако, как оказалось, снесли ограждение и сделали дорогу сквозной, исходя из требований пожарной безопасности. Так, к дому 6-20, а также к стоящим рядом 6-21 и 6-22 теперь беспрепятственно могут проехать машины скорой помощи и спасатели в случае ЧП. Как нам сообщили в исполкоме, дорога, ведущая к дому 6-20, никогда не являлась пешеходной. Это пожарный проезд, который ранее огораживали калитками. Однако сейчас их снесли и возвращать на место в ближайшем будущем не собираются. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Дмитрий Кравченко, Челны-24.